подожди. Останови эту машину. Ладно. Это группа Марочки, наш альбом для рисования. Это видео будет мемы, музыки и звуки игры. Просим извинений за то, я глухой. Я использую говорилку. Всем спасибо. Всем привет, мы с вами мистер Крафтер. Сегодня я буду проходить эту интересную карту. Но тут текстуры очень качественные и красивые. Но кстати, я понял, что за карта. Эта карта называется Пол-вода. Это такая игровая карта. Мы должны успеть до наверху, пока не умер от воды. Вода будет подниматься, но если сложность легкая, то вода медленнее, а сложнее, то вода очень быстрее, значит, мы должны быстрее паркурить. Короче, давайте подписывайте мой канал и второй канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик. Напишите комментарий, и я буду поставить стоп-коммент. Давайте поехали. О, нажимаю на ток, молоток. Нажимаю на ток дальше. Вот и текстуры очень крутые, но зачем такие предметы нужны? Я не знаю, что делать, думаю, надо нажать старт. Ого, зеленая вода. Похоже, опасная, грязная, болотная вода. Интересно, мы должен быстрее.
Стрелка, добей стрелу.
Я буду
Подожди, кофе.
Ничего.
Понятно. Саша, ты чепень. Шифринга. Да. Я не понимаю. Я кто умный был.
просто пытался бегать. Сейчас приду, приду. Фух, ребята. Мы сегодня заканчивать, но скоро умрем от воды. Хе-хе. У нас карта очень сложная, но это как паркур. Кстати, мы были прошли с легкой сложностью. Но мы еще не успели пройти сложно. Поэтому давайте ставьте лайк и подписывайте мой канал, второй канал. Чтобы не пропустить следующие новые видео на этом канале. Всем пока!